И в завершении об одном хорошем начинании. «Дорога домой» – именно так называется благотворительная акция, которая в очередной раз пройдет в Люберцах. Пристроить бездомное животное в добрые руки – главная цель выставки. Но помимо знакомства с питомцами приюта, организаторы подготовили для гостей еще много интересного. «Добро пожаловать в стаю» – такой девиз волонтеров приюта «Котовский энд Собакин». Вот уже в седьмой раз в Люберцах они проведут благотворительную акцию в поддержку бездомных животных. Традиционно она пройдет в Наташинском парке на площади для народных гуляний. 13 мая с 12 до 15.00 мы сможем помочь нашим хвостатым друзьям. Корм, игрушки, миски, лотки – и это лишь малая часть всего необходимого. Но главный подарок, который можно преподнести четвероногому другу – это, конечно же, дом, что и является главной целью акции. Помимо выставки пристройства в парке пройдут лектории, мастер-классы для детей и взрослых, а также благотворительная ярмарка. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.